Дорогой Владимир Александрович, дорогие коллеги, друзья, мы, семья артистов Мариинского театра, поздравляем Государственный русский музей, всех вас со славным юбилеем 125-летия. У вас богатейшая история, и мы, мне кажется, делаем одно общее дело. Мне очень приятно думать о том, что в год 125-летия Русского музея наши музыканты, артисты балета, оперы, оркестра, ансамбли духовых инструментов, наши концертмейстеры, замечательная Катя Семенчук, одна из известных во всем мире солисток Мариинского театра, смогли сняться в интерьерах Русского музея и петь, и играть, и танцевать наши артисты умеют. А вот в такой особой атмосфере, в исторических стенах, нам не так часто приходится являть искусство свое, поэтому для нас это тоже праздник, удовольствие, и это такой маленький подарок Мариинского театра к вашему славному юбилею. Всегда вас ждем у нас, и мы будем продолжать думать о каких-то совместных акциях. Еще раз мои поздравления. Надеюсь, что вы сможете бывать на наших новых работах, несмотря на ограничения, которые уже повсеместно по всему миру, конечно, почти остановили театрально-музыкальную жизнь в мире. Мариинский театр активно работает, вы, наверное, об этом знаете, и мы всегда ждем вас здесь, в наших трех театрах. У нас и исторический театр, и новый театр, где я сейчас нахожусь, и в концертном зале даем спектакли. Всего вам доброго, с юбилеем! Работаем, пожалуйста. Внимание, запись идет. Тишина. Начали. Thank you.
Я просто пока еще опущу. Мне кажется, что если ты встанешь, даже я вот внимание, сейчас. Да. Начали.